Здравствуйте, друзья! Хотим вам показать наш мемориал. Стрелка на Кумжинской роще. Дорога, пока дорога на Кумжинской роще. Ну да, это пока дорога. Мертвый Донец наш. Надеюсь, открыли, и теперь будет доступ к достопримечательности. Она была закрыта в связи с этими ограничениями. Но сейчас вроде отменили их уже. Поэтому поедем сейчас, посмотрим, покажем вам. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео. Буду признателен. Полиция стоит. Ямка была. Ну, людей много. Уже видно сразу, машины есть, и там на аллее видно. Будем смотреть. Ладно, сейчас припаркуемся и пойдем. Ну что, ребята, много народу. Пойдем посмотрим. Да, люди уже отдыхают и на природе. Да, походу. Шашлыки да. Жарят. Чего? Уже портал открыт. Да, сегодня, конечно, надо было не сегодня бы снимать, потому что народу много. Ну что, все равно пока. Будет такая вот прогулка, кому интересно. Птицы поют. Ворона каркает. Ты заболел, да, все вот это вот? Да. А когда, кстати, там больный кровь? Уже скоро. Скоро, да. Уже аллергии начнутся. Это не лодка стоит. Вон. Кайфово. Может, спустимся? Кто-то приплыл. Ага. Или... На обратном спустимся. Да. Классно, да, лодка какая-то. А, наша пляжная? Обалденно, да. Вот очень красиво. Там мертвый Донец. Да, я не думал, что за столько людей бывает. Людей, правда, много. Конечно, много. Тем более самоизоляция фактически закончена. Да. И, конечно, все вышли погулять, как-то развеяться. Себя показать на людей. Посмотри, вообще уже хочется природу. 1 мая не было шашлыков, 9 мая не было. Все дома. Сейчас люди немного гуляют, смотрят, общаются. И вон, на том берегу. Хорошо, да, на том берегу там дома прямо. Это дача, наверное, да, у людей. Дача. Да, может, и живут. И живут, да. Комаров куча. Угу. Да, мы что-то не подготовились, не взяли от комаров. Ну, пшикалки, мало. Все равно классно. Удался завать. Красота, какая-то речка, да что это тут сюда заходит. Ручеек, вернее, не речка. Комар прям на палец сел.
Да, кусаются прям. А вон написано здесь 664-й советский воин. 664 советских воина погибли, защищая Ростов. Историческая память 41-й области. Некрасивый такой. Да. Ну, я смотрю, вот покрасили они вот эти. На благородие. На благородие. Да. Ну, автотранспорт едет. Самокатчики. Будущие водители. Ну, видите, девочки такие догадливые, да? Ну, да. Как мы приросли, естественно. Птички поют, классно. Да. Я раньше тут очень редко был, конечно, но тут прикольно. Нет, ну сейчас облагородили, сейчас реально есть на что посмотреть, и приятно вот идти. Да, приятно. Ощущать, внимать эту красоту. Они очень хорошо сделаны, молодцы. Все покрашено, деревья ухожены. Мы даже вот приезжаем. Так, ну ладно, тут много людей, подойдем, ребята, покажем вам памятник. Ребятки, и скажите, как вы относитесь к таким людям по пешеходной зоне, которые ездят? Он уже Дон. С той стороны Дон, с той стороны мертвый Донец. Да. Или впадают друг в друга. Ну, обалденно сделали, а. И все готово. То есть на время карантина все было готово. Все памятники были приведены в порядок. Красота так подстригана трава ровно. Интересно, да, немножко. Но все равно хорошо, что подстригли. Кайфово. Красивые, да, такие сосны, пихты. Да, да, они еще вырастут. Вообще, да. Ну, видно, что облагораживает все равно. Да. Подрезаются это. Ну, вот это, так понимаю, о том памятнике написано. Ну, да. Не знаю, будет видно что-нибудь. Солнце, ну, отойдем. Солнце отражает. Опять с подсолнечной стороны мы заходим, ничего не видно. Пойдем, Зая, сейчас расскажем. Ну вот так называемая сама вот эта стрелка. Красиво, да? Ну расскажи, что это за мемориал? Мемориал. Очень красивый памятник, мемориал. Построен он в честь освобождения города Ростова-на-Дону. Очень красивый памятник. Комаров дофигища. Интересно, можно? Можно, купаться нельзя. Да, ты обувь не ту одела. Слушай, ну мы пока будем ходить, у нас еда остынет. А?
пока мы будем ходить, у нас еда остынет. Все, давай здесь кушать. Ну вот, ребята, дошли мы до места, куда хотели, в принципе. Классно. Да, ну потом еще вам покажем в следующем ролике. Смотрите, а сейчас подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео. До новых встреч.